пацаны и 13% девчонок, страховка нужна даже на самый бюджетный автомобиль, даже такой, как у нас на видео. И тем более обязательно нужно страховать тачку своей мечты. Многие скажут, сделаю себе ОСАГО, его будет достаточно, ведь я хорошо и аккуратно вожу. Но всегда есть риск попасть в неприятную ситуацию на дороге. И тут каска становится настоящим спасением. С каской от Тинькофф страхования вы можете быть уверены, что в случае ДТП ваши финансы останутся в целости и сохранности. И что вы не останетесь надолго без автомобиля и максимально быстро вернетесь к привычной жизни после ДТП. А еще с каской от Тинькофф ваш новенький автомобиль будет под надежной защитой. Это ощущение безопасности бесценно. Среди преимуществ каска от Тинькофф. Направление на ремонт за 1 час. Ремонт стекол, зеркал и фар без справок. Возможность подать заявление онлайн и не ехать в офис. А также поддержка 24 часа 7 дней в неделю. И да, для аккуратных водителей есть скидки до 30%. Если вы клиент Тинькофф, то вас ждет кэшбэк до 10% с сервисами Тинькофф Pro или Premium. Используйте мой промокод и получите дополнительную скидку в 10%. Акция действует до 30 ноября. Так что даже если вы сейчас не собираетесь оформлять каска, сделайте скрин и не упустите свой шанс позже. Подробности по ссылке. Упрощай жизнь с Тинькофф страхованием. Моя, кстати, единственная малышка, которая осталась конкретно там. Да, застрахована. Я мечтал. Я думаю, что все поколение, которому сейчас 30+, все хотели себе рано или поздно десятку. Я мечтал о двенашке. Помнишь, какая была двенашка с соком вообще? Ты что, ты просто идешь, пацаны с сабиком проезжают, ты думаешь, да? Никогда у меня такой тачки, наверное, уже и не будет. Вот были правильные мысли тогда. По-хорошему надо было их придерживаться. Пацаны и 13% девчонок, это канал Михеев и Павлов, где мы вместе с вами втроем продолжаем разбираться в автомобилестроении. И, к сожалению, современные правила современного общества диктуют нам совершенно интересную, витиеватую вот такую дорожку к автомобилям. Буквально 10 лет назад этот автомобиль казался нам невероятным, потрясающим и самым лучшим. Прошло время. И он снова невероятный, и он потрясающий снова. И самый лучший. У меня же была, это мои первые слезы были, у меня была десятка голубого цвета. Потом, когда была двенашка черная, я в ней души не чаял, вообще было потрясающе. У Андрюхи до сих пор есть 11-й автомобиль. Даже вот из здесь присутствующих четверых людей был у двоих, понимаешь? Я и думаю, как у подавляющего количества россиян, которые в 95-м году открыли журнал «За рулем» и были шокированы тем, что на заводе «АвтоВАЗ» начали делать вот такую уже околоиномарочную внешку. Мы снимали ВАЗ-2110 премьер, это удлиненная версия для депутатов, на которые на ней не ездили. Но они часто заглядываются все равно. Да. Надо было раньше Мы снимали Андрюхину 2111, мы снимали такую десятку на суперконструкции из колдиновского мотора и какой-то там коробки. Это, кстати, самый популярный видос про ВАЗ-2110 в интернетах. Да, и сегодня у нас уникальный случай, сегодня у нас суперсток у моей супруги, двоюродный брат. Скоро сдает на права. Встретились мы с ним недавно, он говорит, поможете машину выбрать. Я говорю, какой бюджет? Он говорит, 300. Я говорю, ты смотрел, что там есть? Он начинает мне показывать, даже я со своим опытом, глядя издалека, не увеличивая фотографию, вижу гнилые японские 97-го года ведра.
и говорю, смотри, российская. И в итоге по знакомству за 200 тысяч рублей из-под дедушки 6 лет стояла в гараже, им досталась вот такая тачка. Сказка, но правда. Да, это еще одна из первых, это карбюраторная версия на полуторушечном моторе. Карбюратор здесь сам умеет вовремя вытянуть подсос, вовремя его обратно затянуть. Я хотел такую на четверку поставить, чтобы у меня автозапуск работал. То есть здесь реально автозапуск даже поставить. Я вчера на ней очень сильно ехал домой и в какой-то момент так заностальгировал, что решил прокатиться по городу. И у меня сейчас тигриные львы и львухи, инсайдерская информация. Я продал и Lexus, продал и Надю. И, походу, пойду лечить бошку себе на эти бабки. И я в закладке себе добавлял, думаю, ну, приорочку, что-нибудь по классике. Но потом вспомнил, что у нас работает такая штучка, что я покупаю тачки, которых у меня не было. Я все их посмотрел, потом еще прокатился на этой. Полчаса ностальгии, вот так вот полчаса ностальгии. Прям хватило, я такой, все, понял. Но потом, когда я открыл дисковод, а там вышел мистер Кредо, я его засунул обратно, и он заиграл. Я думаю, ну ладно, еще 40 минут покайфую, покатаюсь. На нее до сих пор заглядываются, потому что состояние, ну, это, конечно, не музей там за 100 тысяч пробега, но вот у нас есть человек, который сейчас занимается автомобильным бизнесом, как и прежде. Николай, проходите, пожалуйста. Мы хотели бы посоветоваться с вами в силу того, что мы, к сожалению, не понимаем, что у нас сейчас происходит на рынке, а ты с этим каждый день сталкиваешься. 200 тысяч рублей вот за такой автомобиль, это... Да это офигенно. Это подарок. Это подарок. Да, кстати, я сейчас на дроме глянул вариант. Там около 2000 объявлений, до сих пор их еще очень много живых. Самый дорогой, как думаете, сколько? Миллион. Слушай, на самом деле всего 550. Я думал 700. Это все-таки не приора. Ну да, 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 чуть менее легендарно. Вот, а в среднем ценничек на них примерно в таком же состоянии, как у нас сейчас, 300, 400, где-то 450. Кстати, благодаря дрому и мой Lexus, и моя Toyota Nadia попали в хорошие руки. Все потому, что на дроме огромное количество проверенных объявлений. Ты где, кстати, машины ищешь? Только на дроме. Поэтому, если вы хотите купить авто или продать, то дром для вас лучший помощник. Нужен авто? Иди на дром. Ссылки оставляем в описании. Мы за кадром делились впечатлениями. Я говорю, вчера сел, понимаю, что стоковая тачка, в которую не лазили никакие ручки. А если лазили, то все бережно проходило. Она такая кайфовая, такая четкая. Но в голове вот это понимание того, что ты такой сел. Блин, вот это бы я, конечно, сейчас сразу сделал. Да, это призыв вот к действию. Жигули — это призыв к действию. И вот такое что-то вроде бы вот это. Потом думаю, да блядь, не в этом же суть вообще такой тачки. Суть в том, что она вот такая сохранилась, такая есть, и на ней это комфортно, это дешево. Ее даже тонировать не очень хочется. Не надо. Ну, хотя вчера мне вечером лупанул какой-то Cherry Exit. Ну, сейчас, да, у всех светодиодная... Они сейчас у всех лупят, кстати. По качеству, по всем этим штукам. Но светанул мне фарами там линзы такие лютые, что мне чуть глаза не выжгло. Но смотри, ты бы с ней вот, чё, вот если не внедрять никакие новые технологии, там, стойки-нестойки, полировка и что еще? Полировка, да. Ну, легкая тонировочка. Допустим, заднее стекло и боковушечки, да. Нелегкая тонировочка, а здесь можно и все, и по комфорту двигаться. Колесики нормальные, полирнул. А как же Сабик? Сабик? Ну, Сабик мы уже, наверное, не в том возрасте, чтобы вот этой всей херней заниматься. А молодой тигрин — это как раз возраст. А, ну если молодой тигрин, то сразу, что там, стойки, пружины, SS20, вот это все, все дела, распорки и погнали. Офигенная философия, я думаю, что она присуща как раз вот... нам, которым сейчас вчетвером, если даже убрать Андрюху 100 лет, если с Андрюхой, то 200 получается. Смотри, молодой тигриный львенок подрастает. Батя такой, что вот ему взять? Ну вот, на, катайся. Я думаю, ну я бы, наверное, тоже так поступил, если бы у меня подрастал сын, я бы такой, ты начинаешь с «Жигулей». Стопудово ты начинаешь с «Жигулей». Что... Годик, да. Полтора, все понял, осознал, давай погнали дальше. Все, чтобы ты не сломал, ты зашел, купил относительно за копейки. Ну, чем раньше мы, допустим, советовали там Toyota Corona и все это остальное, когда ты заходишь на всем известные наши сайты и смотришь, что двигатель сейчас стоит 120-150 при стоимости машины в 400, и ты понимаешь, что ты, скорее всего, на этот мотор прилипнешь 100%. Поэтому это ты все равно где-то что-то на коленке, там какие-то колечки маслосъемные, все это в гараже поменяешь. Но это ездить, еще, видишь, дополнительная философия. То есть у тебя сразу есть Кент, который тебе помогает, а вот ну, он же автоматически дается с Ладой. Ты покупаешь Жигули, тебе сразу выдают Кента, который тоже стоит пиво, пьет в гараже с тобой и говорит, блядь, я тебе сейчас все починю, залазит, коротит тебе нахуй всю проводку, и вы потом вместе колдуете со всей этой штукой. Но я, если честно, не хапнул особого горя с 10-м семейством.
Слушай, у меня десятки не было, у меня была 9.9 на этом корректоре фар, там даже подогревы сидений были, но она уже была инжекторная. И она вызывала у меня только позитивные эмоции. Я не скажу, что там, ну там, конечно, по мелочи, там главный тормозной, там генератор первый раз поменял. С двигателем вообще ничего не делал, катался счастливый, довольный, радостный. Зимой заводилось прекрасно. Поэтому у каждого из нас, наверное, Лада вызывает какие-то эмоциональные такие пробуждения о студенчестве, о молодости. Да, да. И по-доброму все это вспоминаешь. Сейчас уже позитивно. Да-да. Это не тогда, когда оно у тебя что-то закрылось, ты там что-то колдуешь, блядь, куда-то полез, тебя что-то пиздануло чуть-чуть, ты туда-сюда. А сейчас ты просто уже многое понимаешь и знаешь, куда можно лезть, а куда нахер не стоит. Да, если все работает, не надо туда лезть. Здесь непростая комплектация. Здесь нет подогревов и стеклоподъемников, но есть отечественный аналог импортозамещенный климат-контроль есть целиком. Там есть деление авто, и я вчера его включил, и оно, сука, работает. Серьезно? Да. Офигеть. То есть я включил на 23 градуса, она поработала, надула. Потом я поехал со светофора чуть быстрее, чем должен был. Оно работать перестало. Я как-то пытался связать эти мероприятия между друг другом. Блять, Жигули, что происходит? А потом оно опять заработало, еще подуло и опять выключилось. Там какая штучка? Есть бортовой компьютер, как его называют на АвтоВАЗе. Да. В основном люди называют его ненужная поебень, которая нахуй и не нужна, и пищит очень громко, и раздражает нас всех абсолютно очень сильно. Есть аналоговые часы, которые... Тоже работают. Тоже работают. У нас есть нерабочего, это датчик уровня топлива и тахометр. Но с нашим опытом вождения это вообще абсолютно не надо. Да? Ты знаешь, какой расход вот у них? Литров 8. Ты помнишь, да, вот это? Что ты заехал что-то, на пятишку туда плюхнул. Так а ты же еще... Пятишку еще взял, с пацанами встретились, куражнули. Как это было у нас по студенчеству? Водитель, один пассажир. Тогда еще не было вот этих всех такси, которые в приложении. Тогда и приложений-то особо не было. Ты берешь кента... Едешь у бордюра, подбираешь людей, подвозишь там кого-то в центр, да, куда-то на оперу. Делал, да. Да, таксанул, у тебя уже появляются денежки на пивко. Бюджет, да. Твой кент уже как бы упьет, зараза. Тебя бесит. Вот. Еще пару там каких-то поездок, кого-то куда-то докинул, денежки какие-то заработал. Вот вечером покатался в кайф, кого-то подвез, кого-то выручил. Заезжаешь такой, типа, так и все. На 100 рублей заливаешь бенза, еще 80-й продавался, у меня Волга на 80-м. Заливаешь бенза, пиво «Вольная Сибирь» стоило 14-50 рублей. Ты такой, две «Вольных Сибири», пачку кириешек и домой. Думаешь, не, в целом работа кайф. Вообще нормально. Блять, как ты в итоге здесь оказался с таким подходом к жизни? Сейчас мы... А я был вообще продуманный, когда только появлялись вот эти все сервисы, уже интернет, которые через компьютер еще смотрели мы. Компьютер. Вот, и я создал объявление, типа, фиксированная цена аэропортом, по-моему, или 300, или 400 рублей. И все, я что, с утра встал, в 5, там, 6 утра кого-то увез в аэропорт, там, 3-4 соточки своих заработал, пошел на ленты, сходил. И все, и как бы и денежка есть, и бак полный бензина, и как-то вот так вот двигался. Вот это больше похоже на человека, который в итоге базу построил. Не, у нас был там другой бизнес. Мы тогда работали по-другому совсем. Мы когда снимали эту машину на японской коробке, на японском моторе, мы обещали, что подробнее о десятке поговорим, когда вот нам попадется хорошая стоковая машинка. Я вчера почитал подробно, есть очень интересные эскизы первых версий. Изначально должна была быть вообще 21-12 на заднем приводе. А многие не знают, их разрабатывать начали еще в начале 80-х. Там же из-за того, что Советский Союз начал лихорадить, все обломилось. По сути, прикинь, если бы они ее начали выпускать не в 95-м, а в 85-м, это ж мы бы на 10 лет меньше отставали от всего остального мира, получается. Ну, вообще, да. Вот, ну и в итоге хотели выпускать ее, потом начали выпускать все-таки 99-ю. Но самый интересный факт, который мне понравился, это то, что изначальный дизайнер, который вот рисовал этот дизайн, он, не закончив работу, свалил нахер за границу. Понятно. А ты знаешь, откуда они это взяли? В 80-х годах приезжали немцы на автодром, катались на своих машинах, и, как сказал наш старший товарищ, никто не запрещал подсматривать. И что у них дизайн вместе разрабатывался с УАЗиком, который Симбир, который еще до патриотные времена. Ну, мы еще не поговорили о том, что на самом деле на сегодняшний день вот такая тачка за 200 тысяч, это просто, это сказка, это практически невозможно. Я смотрел рынок до 300. Ну да, да. Если да. Еще два года назад мы говорили, что брать за 300, это корону премиум 2002 года, то сейчас корона премиум 2002 года, только уже с пробегом не 280, а 380, стоит уже 420,
400-160. Ну да, сейчас ценник вообще хороший. Сейчас просто 97-96 год. Карины улыбки и вот эти вот все прочие можно за 300-350 искать. Я вот к чему? Я к тому, что если вот это сток, в него лучше не вмешиваться вообще. Ее лучше обслужить, поменять патрубки. Если все заводится и работает, да, да, да. Ты видел, там же до сих пор, как у меня в шустике, там же бензонасос. И вот согласись, как много места, да, кажется? А они, видишь, изначально же придумали все под инжектор. Вот крепление для воздухана. Я думал, сейчас скажешь, они изначально все придумали под V8. Под V8, да, блядь. А вот здесь, по-моему, Андрюха, должен стоять гидрач, если я не ошибаюсь. Да молодому тигриному льву вот так вот на первое время разбираться, это ж вообще, ну, лего. По факту. Да, ты посмотри, как все еще. Да, все вообще четенько, все максимально четенько. Если раньше я советовал там ребятам купить старенькую Тойоту, даже какую-нибудь зубаточку, там, импрезу на тот же момент. Сейчас это все стоит таких денег, что уже можно и АвтоВАЗ советовать. За 300, я считаю, лучшая машина – это импреза. Ну, вообще с тобой спорить не буду. Естественно. ГГХ, 100%. Импреза, вот импреза дофига, кстати, в выборе дофига их, но они все, естественно, как у тебя. Не, ну у меня сейчас, у меня же лежит задняя часть, и я все вот хочу собраться с мыслями, что-нибудь купить под жопу и загнать, все переварить и сделать, и открасить наконец-то, и уже отдать маме машину, но пока нет времени, и она скоро будет вая красивая, очень сильно. А почему нет времени? Потому что открылась база Ебачесова! Да-да-да, база отнимает массу времени, стараюсь встречать сам гостей, поэтому да. Я сейчас еще, короче, поломойка! Пылесосика, вот эта вся херня. Потому что клининг, как найти оказалось в наше время, достойный клининг, это задача не из простых. Я уж молчу про сторожей и всего остального. Это вообще не хотят русские ребята работать вот так вот там. Говоришь, двушку платить буду, да? Говорит, мало. Я говорю, ну иди где-нибудь. Нахуй тогда с такими запросами, блядь. Людей вообще за эти деньги ебут час. Ты что, блядь, будешь тут мне еще рассказывать, как ты будешь сторожить за 2 рубля, блядь? Угораете, что ли? Охуели. Вчера смотрел, как Эрик Давидович снимал S-ку новую, 63 МГ. Они в курсе, что, оказывается, туда батарею поставили к старому мотору, и теперь она 800-сильная, и 3,3 едет. Но знаете, что я заметил? Что они проездки-то ускоряют на монтаже. Представляешь? Обман. Не едет машина так быстро, на самом деле. Они на монтаже ускоряют, да? Это видно по машинам, которые сзади двигаются неадекватно быстро. Не знал. Да, такая вот история. Я вспомнил себе, что я чуть-чуть бошку себе один раз не разбил об угол двери. Ты тыкался, нет? Тыкался? Ну, это... Это вообще... Даже где-то шрамы должны быть. Это... Знаешь, вот я на пробег смотрю, мне ехать жалко на ней. Вот как будто бы, блин, не хочется, чтобы он увеличился. Даже чуть-чуть завидую этому молодому тигриному льву. Кстати, спасибо большое за то, что автомобиль нам предоставил. Ну вот как будто бы вот сейчас мы все вместе сели и прям вот в 2010-м сидим. Да, кто не уловил, молодого тигриного сегодня с нами на съемках нет, потому что он права еще не получил. Соответственно, особенно поделиться чем-то об этом автомобиле он еще не может. Но было бы интересно, будет интересно спустя месяц его спросить, как вообще ты чувствуешь себя, брат. Ну ты вообще расскажи вчера, ну, вот если представить сейчас вот человека, который только на права сдал, это тяжелый автомобиль? Ну да, в какой-то степени. Ну, во-первых, потому что здесь все очень плохо с обзорностью. И тебе помимо вождения нужно заниматься еще вот этими отвлекающими маневрами в виде что-то открыть, закрыть, прикрыть, проконтролировать. Но попрошу заметить. Вот знаешь, обычно же все хейтят Жигули. Типа дубовая, шумная, какая-то непонятная мразотная машина. Но это просто значит, что они не ездили на хороших Жигулях. Потому что помнишь, какая у Пашки пятерка была?
сел на заднем диванчике, провалился, у тебя все под рукой, все мягенько, никаких посторонних шумов нет. Здесь, конечно, за счет того, что машина простояла некоторое время, не на ходу она была, ну, в смысле, что она просто стояла на парковке. Здесь присутствует, да, стандартное дребезжание для этих моделей, немножко шума, но если обратить внимание на работу подвески, подвеска вообще хорошая. Это реально мягко, это реально хорошо. А если еще где-нибудь в регионе, где с дорогами не так все обстоит, а похуже. Блин, проблема эти машины снимать. Ты не толкайся, она, блядь, разгоняется. Что кондера нет. Да, окно открываешь. Жарко, окно открываешь, шумно. Ну вот мы сейчас просто накатиком шпарим. Я вчера так и прокатался, я больше 80 на ней не разгонялся. Вот Колян сейчас подходил, говорит, мне то ли я старею, то ли что, но мне реально, говорит, нравится, как оно выглядит. Все потому что, да, это ностальгия, это эмоции. Ну, естественно, мы сейчас тормозить будем, у нас будут передние диски будут бить, руль будет вот так трястись, дребезжать в разные стороны. Коробка пятиступая, машина даже на карбе достаточно тяговитая, то есть она прям старается куда-то ехать. А в то время после классики, наверное, знаешь, вообще было... Либо ты на классике, либо на Волге. Но Волга-то это отдельная история. Нам мост для чего сделали? Чтобы мы маленечко похасанили же. Думаешь? Да, ну чуть-чуть. Знаменитая третья. Все, закончилось хасанство. Ну, здесь надо маленько с рулевым еще поработать. Оно совсем, как говорится, нуля нет. Это как раз как Паша, Павел Юрьевич Пабст, про «Жигули» говорил у нас на видосе. Автомобиль должен ездить, двигатель должен дышать, автомобиль должен жить, иначе все, он умирает. Поэтому тут надо подсбадривать. Ну, по-хорошему, да. Но вот здесь реально, если без торчизма, как страшно, да, все вокруг. Блять, едешь, всех опасаешься. Зеркало вот это самый петух вообще. Его ни хрена не видно. Поэтому я и не пристегнут ремнем безопасности, хоть мы и на специальной трассе. Потому что здесь постоянно надо вот туда куда-то выглядывать, что-то смотреть, что-то делать. Фу, наконец-то перестроились. А ты говоришь, сложная машина или нет? Ну, я понял уже, да. Андрюха, сейчас от поездки на этом автомобиле такого флешбека, как будто бы ты опять бедный. Да как это забудешь? Нету такого желания поблагодарить пацанов, блядь. Вообще. Нет? Ну ладно. Слушай, ты на 11-й катаешься периодически? Ну, сейчас уже очень давно не катался. Да ты че? Но там все равно садишься, руки помнят. Это вот в любую такую тачку садишься. Ну, я себя вообще в них всегда как дома чувствую. То есть, вчера сел и прямо с таким кайфом прям поехал, расположился. Я говорю, сегодня просто, знаешь, у меня настроение упало от чего, что я беру с собой сумку на съемку и понимаю, что у меня там двое ключей от «Жигулей» лежат. И я думаю, какая тоска опять, сколько можно. Но посмотри, если ездить с умеренными оборотами, то мотора практически не слышно. А ведь никакой дополнительной шумоизоляции и прочих вещей здесь нет. Нет, слушай, десяток в таком состоянии я вот на моем опыте не было. Так сейчас наш товарищ и друг BMW X4M, которого мы снимали, хороший видос, кстати, Андрюха там 200 разгонялся, подошел, говорит, о, что цена? Мы такие, ну за 200. Он, за 200 продаете или за 200 купили? Я говорю, купили, молодой тигр там он. А, то у меня, так говорит, перекупские инстинкты работают. Все равно я сразу посмотрел, что ровная, хорошая. Чего, говорит, взял ее за 250 поставил, пусть стоит. Я говорю, ну так-то да. По поводу шумки, если кто-то напишет в комментариях, что вот надо такую машину взять, прошумить. Я же правильно понимаю, что если эти дверные карты снять, то поставить их обратно не получится. Ну, нет, это все, конечно. Это конечка будет. Потолок тоже не воткнешь обратно, без шансов. Оно вот хорошо, что вообще собрано, хотя качество сборки и тогда были вопросы, но, по-моему, самый уродский год был какой-то 2002-2001 у них, когда это были невероятные просто ведра. Здесь вот, если обращать внимание на мелочи, то это, конечно, кусок говна полный, абсолютный, невероятный. То есть вообще, куда ни посмотришь, здесь нигде не совпадают никакие зазоры, везде видно какие-то железо, везде вот здесь какие-то обрубки непонятные. Но дело не в этом.
Это, знаешь, вот эта вот машина Милфа. Вот уже. Да. Ты типа нет-нет, да хочется. А если под буханым на дром зайти, так вообще только в путь залетит. Вот это реально машина для такого спокойного вождения. Я бы на самом деле, знаешь, легко бы сейчас, вот, если через полгода бы пришла машина, я бы полгода вот в этой тачке провел вообще без проблем. Но с инжектором, конечно. А что ты, Дань, хочешь из Америки, как наш друг Владимир тебе посоветовал? Да вот. Заказываем машину, ждем полгода. Идем, пишем заявление в полицию. Да-да-да. Схема рабочая. Схема рабочая, блядь. Еблан ебаный, блядь. Контора. Тормоза тут рабочие? Да-да. Ну там, как всегда, усатый в очках и в кепке был. Даже где-то прям делают таких. Прикинь, блядь, в 96-м вот так сделать, но. Джин-джин! После жиги. Так, я что-то побаиваюсь. Не доверяю этой двери. А, ну ты держись, да. Правильно делаешь, что не доверяешь, да. Я, кстати, вспомнил, у меня на той десятке еще было, что задние амортизаторы внутрь провалились. А, ну это нормально. И она такая, знаешь, типа лоурайдер была. И пошли, и все, и соточка, крейсер, все. Просто прикинь, как обидно, у Кентика, у нашего Тигринова еще прав нет, он и машину не водил, а штрафы уже будут, блядь. Ну че, пацаны, зачем? Смотри. Нифига там бьет. Да, если будут какие-то штрафы приходить, то, уважаемые родственники мои дорогие, вы нас не знаете, видеть не видели, вообще кто мы такие? Чё, братан, давай бессмысленные, беспощадные до сотки. Да я в первую все никак попасть не могу. Погоди. Все, есть. Есть контакт. Пожалуйста, давайте не разъебемся. Слушай, 50, 60, не успеем, 80, 90, 100. Я думаю, все прекрасно знаете, что мы втроем, я, Артем, Андрей, с огромной любовью относимся к продукции АвтоВАЗа. И в какой-то мере максимально им благодарны за то, что в нашей молодости были такие доступные автомобили, на которых мы вообще познавали эту автомобильную жизнь. Но и спустя такое огромное количество времени, ну, десятка, она до сих пор актуальна. Это, конечно, сильно может показаться многим пиздежом, но если бы я сейчас был молодым тигриным львенком, и батя подарил бы мне тачку, когда я получу права, и это была бы вот такая машина, я думаю, что это был бы один из самых знаменательных дней вообще за всю мою жизнь. Слушай, ты сейчас прокатился на Полике 14-го года, потом обратно пересел на десятку, ты что сказал? Ну что, они, блядь, ничем не отличаются. Ну потому что, ну мы там просто тронули печку, она засвистела. Знаешь, моторчик печки. Заезжали в поворот, оно что-то задребезжало. Ну, в целом, конечно, в этой машине нет тех уже привычных функций, которых мы видим сейчас в доступных для кого-то китайских автомобилях. И той же самой бэушной Японии, бэушной Кореи и все такое. Но это база. То есть вот эта тачка для того, чтобы все азы, которые есть в автомобилестроении, их понять, зафиксировать как-то в голове, уже дальше с этими мыслями двигаться. Пацаны, 13% девчонок. Следите за маслом, выбирайте себе тачки по душе. Возможно, вы захотите себе ВАЗ-2110 в таком идеальном состоянии. Увидимся.